вы думаете, с какой проблемой чаще сталкивается современный человек? Более 30% взрослого населения страдает тревожным расстройством. Какие факторы приводят к этому? Это генетическая предрасположенность, травмы, хронические заболевания, стресс. Тревожное расстройство может проявляться различно. Учащенным сердцебиением, чувством нехватки воздуха, сухостью во рту, дискомфортом в животе. Итак, если вы обнаружили у себя несколько симптомов, таких как нарушение сна, постоянные конфликты с окружающими, снижение работоспособности и быстрая утомляемость, боли в различных частях тела, вам необходимо обратиться на прием к врачу-неврологу.